Всем привет! С вами снова я, Олег Олейник, а это Анда ТВ. Ссылка на его канал будет в описании. А это мой друг Никита. Никита, поздоровайся. Куда идешь? Это какой-то пацан. Да. Вот там у нас физкультура, как вы уже видели в моем видео про повара. Это наш коридор. Вот он, вот он. Сними пальцо. Вот, видите? А вот это Анда ТВ. Видите? У него 8 подписчиков. 8 подписчиков. Видите, он будет разыгрывать, когда у него будет 1 000 000 подписчиков, он разыграет 100 гривен. Так что, так мало, так, что, так что подписывайтесь на его канал. Когда будет 10 а вот это Богдан Бурахович, на его канал тоже будет ссылочка в описании. Когда будет 10 подписчиков, сделаю супер видео. О, видите, видите? Так что подписывайтесь, чтобы увидеть. До нас сайт тоже будет. А сейчас смотрите. Бабосы побольше кидайте. На GoPro камеру. Мы бежим. Все, видите, я уже вот моя курточка. Вот, видите, она красивая нафиг такая. Нафиг это делать? Не знаю. Видите, портфель мой. Блокстрим. Видите, экстрим. Продолжим, когда выйдем. Вот мы покидаем школу. Видите, какая она большая. Большая эта школа. Вот мусорник. Очень большая. Да, она очень большая. Самая большая в Одессе. Вы же понимаете, я всегда должен учиться в самой лучшей школе. Ага, конечно. Кстати, знаете Игоря Матеуса? Я хочу вам про него правду рассказать. Он лох. Он, да, это правильно ты сказал. Он всегда матюкается. Он у нас был на замене. Да, видите? Вот беспредел какой-то. Он убил свою одноклассницу. Да, кстати, у них там нож был. В их подсобке.